Мы предложили подписчикам страницы «Вести Алтай» в Инстаграм поделиться своими снежными видео этого января. Спасибо всем, кто поучаствовал. Но особенно за то, что многие ваши ролики оказались очень оптимистичными. А самые позитивные видео нам пришли как раз от жителей маленьких сел Змеиногорского района, которые от снега и метели пострадали больше других. Об удивительной способности переживать трудности с улыбкой. Ася Майорова. Это видео сняла Нина Петровна, жительница поселка Черепановск Змеиногорского района. Сегодня мы с Петей выкапываемся. Вот стоит мой Петя. Вот так надо подниматься. Выше, 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 выше. Петя, я на тебя смотрю. Их поселок от райцентра отделяет всего 10 километров. В прошлом году, говорит, снега почти не было. Легко проезжали на легковом автомобиле до самого Змеиногорска. А в этом году даже из дома выйти без лопаты не получается. Вот эти кадры снимали 24 января. А вот наш Кузя вылез на крышу. А это уже 29-го. Давай, давай, Кузьма, вылазь. О, я тоже вылезла через эту дырочку, Петя, подойди ближе. Фотографии заснеженных дворов и улиц нам присылали из разных районов края. И снимали свои кадры люди с разным настроением. Я попыталась пойти, провалилась два раза, а теперь вообще боюсь идти туда даже. А? Во! Вот это я провалила. Помощник. Это тот, кто пошел с лопатой снег чистить. Мать, тут гараж откапывает. Еще копать не перекопать. Синоптики говорят, такая снежная зима бывает у нас примерно раз в пятилетку. Так мы с вами набрались эмоций на несколько лет вперед. Есть о чем рассказать детям, внукам, да и знакомым из европейской части России. Они, конечно, не поверят, что можно вот так по заснеженной долине идти каждый день с работы и на работу. Фото из Змеиногорска. Люди идут с шахты вечером. Или что улицы превращаются в колеи для снегоходов, потому что другой транспорт здесь не проедет. Или что автомобиль за ночь заносит снегом под крышу. Да что там авто, даже дома. А особенно мало кто поверит в то, что все это можно воспринимать с улыбкой. Тут и ходить далеко не надо. Многие из вас ведь тоже в это не особо верят. Но ведь присылают нам вот такое видео. Кстати, тоже Змеиногорский район, село Беспаловск. Иду. Иду, 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 иду. Ничего не видно. Видно вот одну крышу дома, из которой валит дым. Так что до дома мне, конечно, не добраться. К остановке мне путь закрыт. Вот, идет мне на помощь моя подруга Людмила. Во всем оружии. Что, Люда, копать дальше будем? Ну, конечно, будем. А какие тут варианты? Правда, очень надеемся, что в следующий раз уже не в этом году. Ася Майорова, Вести Алтай.